Для меня, для как для главного тренера сборной страны, приятно, что золотые медали в основном завоевывали 19-20-летние парни. Это те, у кого есть большая перспектива успешно выступить на Олимпийских играх в Москве. Сам чемпионат показал, что бокс в Европе очень сильно вырос. Жесткие бои, плотные, с первого до третьего раунда. Притом во многих командах есть молодые, одаренные боксеры. То есть тренеры делали прицел для подготовки к Олимпийским играм. Отличала команду высокая техника, тактика, мощный удар и высокие физические данные, что, в общем-то, в целом обеспечило победу. А главное, волевой хороший настрой. Вот видите, успешные итоги. Хочется, чтобы с такими итогами мы шли к Олимпиаде. Будет упорный год, более чем год до Олимпиады. У нас спартакиады народов Советского Союза, это открытые, малые, как бы, Олимпиады приглашены. Иностранные боксеры свыше 100 человек. Затем Кубок мира в октябре месяце. Затем уже международные турниры. И в мае чемпионат Советского Союза в Ростове.